Всем привет! В прошлом видео я показывал тест отрезных кругов по металлу. Ну, я там не пытался показать, как правильно резать или какие способы реза. Я просто показал, что один круг как бы более выносливый, один менее. Вот, тем не менее, сразу получил много негативных отзывов по поводу того, что не пользуюсь защитой. Я в комментариях писал, что на 180-ю болгарку у меня защиты просто нету. Это у меня защита идет. Поэтому я решил сделать защиту сюда. Ну, как бы, вот у меня, в принципе, не сделать, а, скажем так, переделать. Вот у меня есть защита, какая-то валяется очень давно, но она сюда просто не подходит. Но тут можно видеть, что немножко, буквально 2-3 миллиметра, и она не совпадает. И как бы ее сюда не пытаться одеть, как бы не разводить хомут, все равно вот эти углы не дают. Вот, то есть видно, что не совпадает. По диаметру как раз нормально, в принципе. Вот, ну я решил все-таки эту защиту установить. Для этого я хочу здесь по углам сделать надрезы, потом вставить сюда трубу подходящего диаметра, затянуть хомутом и обварить хорошо, ну чтобы окружность не нарушалась. Тут вставлю сюда трубу. Все, теперь надо правильную форму придать ему и обваривать. Поджимать надо. Надо поджимать болт. Сейчас слетит. Ну, смотри вот здесь. Видишь вот эту здесь? Ну, стоп, дай. Вот надо. Да. Болта резьба, наверное, сбила.
Так вот, что у нас получилось. Тут у меня на гайке сорвалась резьба, поэтому я приварил две новые гайки, прихватил с двух сторон. И теперь она там будет усилена. Ну и сама сварка обычно ведет металл. То есть тут немножко тоже повело, но не критично. То есть, в принципе, становится. Чтобы не цеплял. Ну все нормально. Короче, не на выставку, но свои функции выполнять будет. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.